Можно ли есть орехи, если я после операции на кишечнике прошло 2 месяца? Спасибо за ответ. Ну, да, в целом можно. Единственное, что, конечно, хорошо их надо пережевывать, чтобы крупных кусочков не было. И в большом количестве не надо есть, потому что это такая достаточно тяжелая пища. Это много жиров и много белка.